Что это? Рогалик? А, человек. Прикажи им, скажи, пшли. Ты меня не напугаешь. Я думал, это кто-то стоит, это цветок. О, ёбана. Уйдите отсюда, пожалуйста. Блядь, а ты тоже флексишь, глянь. Блядь, сейчас на меня побежит, смотри. Ох, блядь, что я... Я не понял, что это стояло. Это был какой-то стул? Вечерочек, ты на канале Gantech Games, где мы с тобой играем в разные игры и продолжаем играть Lock It Up. Мы снова в прошлом. Что я могу сказать? Все как всегда. Вот фонарик мне, пожалуйста, дайте. Фонарик — это хорошо. И нужная вещь. Я тебе так, это... Так. Вот она стоит. Хера ты там стоишь. Только, пожалуйста, не лагай. Я максимально, что мог поделать, я поделал, чтобы ничего не лагало. Пойду сразу выключу телевизор, потому что он... Это я хожу или нет? Ну пусть это стоит. Я по шкафчикам полазю. Чё нам к ней подходить? Мадама! Мадама! Отойди оттуда. Тоже в угол стоит. Она бы в угол встала, но видишь, коробка мешает. Ой! Сука напугала. Видишь, стул поставили. Я ж глупый, я не могу просто его отодвинуть и пройти. Но нам обратно, получается, идти надо. Я что подумал? Осталось либо на одну серию, либо на две. Вот именно этой игры. Потому что так, по счету, это уже 7-й, то ли 8-й уровень. Я забыл, к сожалению. Хотя только что смотрел, но это была неважная информация, поэтому я не запомнил. Так что мы уже, считай, ее практически прошли. Блин, что-то нужно было в углу, что она же не просто так стояла, да? То есть вот она за книгу же держалась. Опа, это не я дернулся. Меня развернули. Все, это вот уровень? Ну смотри, осталось 3 получается. 11 минус 3, это 8. Где мы теперь? А, вот мы теперь в настоящем. Фонарик я взять не могу. А что произошло? Не совсем понял прикола. Нужно найти книгу. Понятно. Все, мне понятно. А как она выглядит? Что? А, та, китайская книга. Я ее помню. Китайская книга стопудово. Или вот это. Нет, ну стопудово вот это китайская. А, нет, вот это. Дип, еба, иди нахуй. Сука, она сейчас опять на меня прыгнет. Смотри, идем, зажмурившись. Сука. Страшно, блядь. Я иду книгу ставить, не подходи ко мне. Не подходи ко мне, блядь. Все, я ставлю книгу. Ой, громкий нахуй, поворачивай. Ох, сука. Открылась дверь. Я пройду тут. Напугал меня, блядь. Глобус. А пошел ты нахуй, я не боюсь, я подойду. Я подойду, что там произойдет? А нихуя нет. Ебаться. Бежит пиздюк. Блядь, очень страшно было. Слушай, ну я мог не подходить, по идее, да? Я мог, по идее, не подходить. Хотя, наверное, бы не сработали какие-то скрипты. Поэтому не подойти не получилось бы. Нам, получается, мы что-то открыли, да? Мы открыли дверь. Не эту, значит, вот эту. Нет. Подожди. Книгу я на кой хер крутил? Чтоб мне просто... Что? Что? Еще раз крутануть надо? Нет. Ну, слушай, такими темпами... Такими темпами в одну серию не уложимся. Что мне нужно сделать?
Подскажите. Подсказку в студию. Куда мне тыкнуть? Но я не могу взять фонарик. Книгу повернул. Видик не работает. Вот это что? Часы. Рация, рация, рация. Бери рацию. Будем звонить. Вызывать помощь. Что за ересь? Что мне нужно нажать? Куда мне нужно посмотреть? Сколько я тут буду ходить? Блять, книга. Что, телевизор? Ну, ничего не происходит с телевизором. Это не телевизор. А, ну... О, кассета. Август 97-го. Что-то подписано? Подписано, но не видно. Ой, возьми. Ах, ты ж ебать, я не увидел тебя. Какая ты мразь. О, слушай. Вот... Кто меня за язык тянул, сука? Говорил, ой, да не страшно, игра She's Close. Она близко. Правильно? Мой уровень английского смог это перевести? Или нет? Мне нужно телевизор включить? А, нет, нужно play нажать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не знаю, слышишь ли ты эти глючные звуки? Что-то не так. О, мразь такая, колдует он мужиком. Все, он повис. Блин, я надеюсь, тебе не режет так слух. Если что, я сделаю просто потише звук, потому что мне режет сильно слух. Что я только что посмотрел, непонятно. Вау. Вон он стоит. И вот потянул меня, да, черт сказать, то что... О, ух. Хуйня, не страшно как-то. Блять, страшно. А как мне пройти? Мы тут кассетами все загородили. А, вон там обойти. Плюс. А минус где? Где минус? Ой, блять. Он обходит. Сука, иди. Ладно, хер с тобой, я не боюсь. Давай быстрее закончим этот непонятный трип. Где ты, мразь? Кассету мне опять дали. Да ебаться, ссаться. Кто дышит, нахуй? Подходи. Я обосрусь и продолжим играть. Никто, все нормально. Вопросики. Видео про вопросики. Включай, я готов. августа 97-го года дали достижение. Очередное достижение. А они все сюжетные, по сути, здесь. У меня нет фонарика. Как не прискорбно это признавать, но у меня нет фонарика. Как мне приятно признавать, у меня есть фонарик. Сука, я свечу. Я свечу. Так. Мам. Нет, не мама. Нет. Мам. Нет, нет, не мама. Мам. Не мама. Мам. Да не мама. Так, я знаю, что это за место. Это где вход. Это где вход, и там всякое... Вот нам туда. Типа подсказка, что нам идти нужно туда. Не вижу смысла тратить время, пойдем сразу туда. Плюсик. Нате. Все нормально. Бастард. Все хорошо. Все по стандарту, все... Все как всегда. В нашем доме ничего не изменилось. Это замечательно. Светящаяся лупа, солнце, что хочешь. Тут ничего нет. Что это? Глянь, тараканы что-то понесли. А, нет. Они просто собрались кучкой. Нам дали ключ от двери. Как всегда, непонятно от какой. Наверное, от этой. Стопудово от этой. Не угадал. От входной. Она закрыта. Ванна закрыта. Мы прям сейчас по спидрану пойдем.
Опа, здравствуйте. Еба такая стоит. Что, ты что, модель? Это не я выключил. А ты что такая громкая? Бежи. Ну, это было бы страшнее. Это было бы страшнее, если бы как-то она бежала и резко передо мной вот ей стало прям... Ой, нам сюда! Неужели мы зайдем в эту комнату? Подожди. А, ну да! Вот что это за комната. То есть вот там ванна как раз. Мы вот так прошли через ванну, и мы вот здесь. Круто, мужик лысый сидит. Ждет. Чего-то ждет лысый мужик. Ну, понятно. Он ждал нас. Стоит. Смотри, какая. Ты что, висишь? Труп. То есть, все, да, нам... Я по трупам иду, смотри, как могу, блядь. То есть, получается, она тут одна лежит, это или мужик, это ребенок. Музыка красивая очень. Это не вру, это правда, музыка красивая. То есть, она завладела мужем все-таки, и он их перехерачил. То есть это прям похоже на этот. Напомни мне. Как фильм-то называется? А я фотографии не посмотрел. Я фильм вспоминал. 26 сентября 97-го. Как же его нахуй? Коннектикут. Во-во, что-то про Коннектикут. Ага. Призраки в Коннектикуте. Вот что-то такое. Мне что-то нажать надо? Или это все? А. Вы находитесь в психиатрической клинике. Дали мне достижение. Почему-то Steam не схватывает... точнее, OBS... Что? OBS не схватывает Steam. А, ну я не смог бы их посмотреть. Это все фотографии, которые, в принципе, мы видели. Вот какие-то знаки, которые мы тоже видели. Что у нас вот здесь? Мне внушили, что в этом доме ничего нет. А такая фотография вроде была сегодня, и там была какая-то мразь за ней. Я не могу выйти. Что-то я должен еще посмотреть? Но тут что-то непонятное, знаки. А музыка громкая. Слушай, я потише сделаю чуть-чуть. А то прям кричать приходится. Буду себя тише делать. Фонарика нет. Тебе внушили, что в этом доме ничего нет. Хорошо. А мне-то что делать? Открыто. Кинули бумажечку, да? Помоги мне закончить то, что ты начал. Я знаю, что ты понял, как покончить с этим. Она питается страхами. Мои близкие в опасности. Смотри, кто-то стоит. Смотри, справа. Свет, видишь, двигается, кто-то стоит. Мои близкие в опасности. А, то есть она к другим пришла. Видишь, к афроамериканской семье пришла, мразота. Ключ от ящика. Сейчас, жди. Жди, дядька. Сейчас помогу. Ага. О, господи, история болезни записана со слов пациента. Я не был виноват в том, что произошло. Мэри подсела на антидепрессанты. Некое зло знало, что она стала уязвимой и овладела ей. Ее заставили убить нашего ребенка, и после этого она покончила с собой. Заколотив двери и окна, я решил остаться в доме. Я пытался с ним бороться, чтобы оно не нашло себе новых жертв. Полиция и вы не дали мне завершить это. Вы не верите мне и не верите в мое расследование. Я узнал, что когда-то это был влиятельный культ, который существует и сейчас, и их люди находятся среди нас. Они все еще похищают детей.
Те люди не давали Мэри шансов, это они посадили меня в тюрьму. И когда моя жена не могла платить за нашу квартиру, социальная помощь предложила старый дом для переезда, в котором давно никто не жил. Все, что происходило со мной в том доме, все, что я там видел, является мне в моих кошмарах. Каждый день это ад, который не прекращается. Оно не оставило меня, оно здесь, со мной, в заперти. То есть, lock it up, он в конце сказал. Ну, слушай, я почитал и не знаю, как тебе помочь. Что такое? Сейчас появится. Ты должен остаться с нами навсегда-навсегда. Смеется, мразь, слышишь? Смеется, сука. То есть это все? Прошли? Молодцы? Это титры. Слышь, отвечай, это титры. Эмика Геймс, это титры. Я могу двигать? Нет, не могу. Прикинь, сейчас титры виснуть начнут. Ну титры, бог с ним, пусть виснут. Музыка шикарная. Подслушай чуть-чуть музыки. Я тебе говорю, посмотри фильм «Оно». Не с клоуном, а другое, с 14 года. Охрененный фильм, охрененный. И музыка там шикарная. В ужастике, представляешь, в ужастике шикарная музыка. Вот такая атмосферная. Что скажу по поводу игры? Спасибо, во-первых, тебе, что ты ее со мной прошел. Мне было сложно ее снимать. Все время были подвисания непонятные. Приходилось что-то переснимать, доснимать. Очень морочная игра была для меня. Рад, если ты досмотрел все до конца. Если тебе понравилось, признателен твоему лайку, комментарию, если ты оставишь, напишешь, как тебе вообще игра, поиграл бы ты в нее сам. В целом игра мне понравилась, интересная, местами пугала, особенно в конце. А так очень круто. Мне понравилось. А, и сюжет-то сошелся. Понимаешь, вот в конце только сюжет стал понятен. То есть это не он убивал, а жена убивала. Ну, как мы в целом и предполагали, что ей завладели. Впереди у нас еще целый бандл подобных игр. Буду продолжать в них играть. Надеюсь, ты будешь меня поддерживать. Подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим видео с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего доброго.